Существуют какие-то железные правила для изучения Каббалы, какие-то 2-3 правила, которых я должен придерживаться для того, чтобы изучить этот язык как следует? Это язык отдачи. Хотя и называется языком получения, Каббала, буквально получение на иврите. Но все эти 4 языка — это как отдавать. Поэтому тебе нужно слухом все время готовить себя к тому, чтобы услышать советы, как отдавать. Допустим, сейчас человек постигает духовное через язык Писаний. Он постигает одновременно и каббалистический язык, или он его может получить только из уст каббалиста, несмотря на то, что он уже находится в постижении. Ты должен получить сам язык. То есть программу, которая работает в ком-то, а в тебе пока еще нет. И глядя на эти примеры, ты стараешься это скопировать на себя, эту программу. Это то, что нам дано. Если бы не кто-то, находящийся рядом с тобой, который является примером в нашем мире относительно твоих чувств, через которые, если ты захочешь, ты сможешь проникнуть и за что-то зацепиться, за его отношение к духовному, против всех внешних помех, которые полностью застилают тебе все, просто ставят перед тобой такой заслон на проникновение в духовное. Без того, чтобы дать тебе такой пример, Творец вроде как оставляет тебя в абсолютном отрыве от духовного без какой-либо надежды. Что он тебе дает? Он дает тебе книги. В жизни ты не сможешь только из этих книг постичь что-то духовное. В жизни. Такого быть не может. Ни за что. Сколько бы ты ни учился, ерунда. Это просто не тот, кто умный учится, сказано. Теперь от своих товарищей. Тоже нет. Они не могут являться примером для тебя. Не могут. Внутри них пока еще нет этой программы. Такой, чтобы отдача являлась жизнью человека. Нету. А только лишь при условии того, что человек отменяет свой эгоизм, и разбивает заслонку для того, чтобы увидеть внутреннее своего учителя. И это непросто, очень и очень непросто. Только при этом условии он включается в его духовное мировоззрение. Настолько, насколько он способен. И в этом, если ты ухватился, уловил эту программу, программу связи между учителем и Творцом в чем-либо, тогда ты можешь продолжить дальше. Я слышал от вас кое-что, что меня беспокоит. Вы сказали, книги, можешь читать сколько угодно, ничего не поймешь. От своих товарищей в них нет отдачи. В них этого нет. Не смотри как бы на них. Секундочку. Я не отменяю всех этих вещей. Я просто говорю вслед за тем, что и он говорит, что каббалистический язык в особенности, а также и все остальные языки, только из этого ты можешь получить язык. Только из этого ты можешь получить язык. Язык, как и в нашем мире, ты можешь получить только от говорящего. Если ты будешь находиться среди животных, ты останешься с языком животных. Ты должен получить язык от того, кто знает этот язык, чтобы он обучил тебя, как говорить. Вот и все. Теперь, что является для нас языком? Говорить между людьми. Что такое язык, который ты изучаешь от своего учителя? Как говорить с Творцом? Внутренняя программа, как связаться с ним? —